Ох ты! Только девчонки с пляжа приехали. Только ребята там мангал развели. Мясо жарить, а тут вон чего. Ой-ой-ой. Ну, когда-то же должно это было случиться. Громыхает. Только свет бы опять не выключили. Только дали. Ой-ой-ой. Правда, с ветром с таким и прям задувает. Ну а что делать? У природы нет плохой погоды. Ух ты! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Стихия! Стихия, не говори! О! Что-то разбилось. Да это не, тает упал. Ох, вот это да! Что-то разбилось. Да ничего там, биться нечего. Люди! Ой, как бы град не пошел, правда. Ух ты. А все говорят, рай, рай. В этом раю такое бывает. Мальчишки, вы как там? Ой, что творится-то? Один Сережа там сидит, радуется. Под крышей мясо жарит. Красота. Вот это да. Главное, было синий, вот чуть-чуть, сейчас заволокло все. Свет могут выключить, понимаешь? Тут очень любят свет выключать, когда гроза и вот такие. Вот это будет плохо. Да. Мясо пошел жарить. От морозок. От морозок, правда. Сладко, господи. Ой. Ой. Дайте, можно? Давай, давай. Юль, Юля, не буду. Это Крым, детка. Я пошла. Даша понеслась. А ты порезал что? Сырое нет, жарь еще, жарь, сынок, жарь как следует. В такую погоду. Героический, Саша, ты человек. Да. Господи. Порвался уголь. Вы оба героические. Ой. Дай ты нож, а? Ножик? Сейчас дам. Доброе утро, мои дорогие. Еще нет 6 часов. Вот. Ой, кабасенька идет. Мой зайчик. Вот. После вчерашнего вот этого ураганного дождя. Смотрите, что творится. И ветки пошибало, и сливу. Что ты, мальчик?
Господи, и тут тоже бардак сплошной. Теперь все это убирать же ведь надо. Ой. Вот это вот что это? Это кто у нас тут? Это кто это у нас? Ночует на подушке, на стуле. Ничего себе. Ну что, пойдем кушать домой. Вот так вот. И тут все везде ветки. Ага. Вот теперь надо мести, убирать. Ой, все поулетало, все пошибало. Дверь открыта, закрыта в дом, ждет, стоит. Вчера же его не было. А сегодня уже рассвел, с ума сойти. Вот что значит прошел дождик. Ну, такой невысокий. У меня в прошлом году 1.3 метра были. Ой, надо розами заняться. Он не пообрезала. Безобразие полное. Времени не хватает на все. А вот этой розе просто не хватает света. Вот бывшие хозяева насажали бестолково инжир, рядом с ним хурму. Когда мы переехали, они были еще маленькие. А теперь выросли, и вон что творится. Вон хурма уже какая. Ну что, и розы тут же, и получилось вот, не пойми чего. Друг другу расти не дают. Ветка вот засохла у розы. Почему-то никто ее не трогал, а она взяла и засохла. Тоже надо обрезать. Марина столб с указателями обновила. Ну, еще не весь. Каланхоя цветет. Вот такие у меня мужчины двор метут. С утра. Подрабатывают. Да. Так, а что мне сегодня надо? А надо мне в секонд-хенд купить детскую кофту с капюшоном. И буду я делать опять из цемента. Цемента купить еще надо. Ну и гипсы. Придачу. Лиман. Ну, а там вот бухта, пляж центральный, там вот подальше. Какой-то катерок идет. Thank you.
Вот дождичек-то вчера был. И что делать? Пошла по этой улице, чтобы срезать. А сейчас как-нибудь вдоль забора, может, прокрадусь тут. Господи. Ой, бабушка. Ой, бабушка, бабушка. Ну, а тут-то хоть не лужа. Ура! Вчера, ладно, дождь, такие порывы ветра меня сдуло на летней кухне со стола 3 стакана. Моих любимых. Привозила из Финляндии. Они такие хорошие, удобные. Все. Дребезги. Ну что, сходила я в секонд-хенд. Купила детскую кофту с капюшоном. Вот. Сейчас еще схожу, куплю цемента, а то у меня уже цемента нет. И буду делать еще кашпо. Вот как у людей прям подсолнухи-то кучами. А у меня почему-то не всходят. Взойдут 1-2. Ну, 3. Не знаю. Декоративные вообще подсолнухи не взошли в этом году. А в прошлом году посадила 4 пакета. Ага. А выросло 4 штуки. Так вот. Очень мой кабасенька уважает креветочки. На, кабася. Кс-кс-кс. Коба, на. Уже штук 6, наверное, 7 съел. Прям очень уважает. Ну, что, молодец. Правильно. Натурпродукт. Да? Вот спрашивают, вот там, почему вы его так зовете? Да посмотрите на его морду. Это же Коба, этот, Коба, кличка Сталина. Вот молодой Сталин. Он никогда не просит, не мяукает. Он поведет глазом такой, и все. Характер. Да, Кабась? Да, мой хороший. Неласковый, жесткий такой. Так, ладно, все мои уехали на море, а мне надо убираться. На. Ой, когти-то не надо так. Вот сидит какой. Слушайте, он живой. Камчатский. Камчатский. Камчатских видели мы. Это черноморский. Вон он поджимает под себя лапы-то, батюшки мои. Как кот лапки поджимает. Да, где я, что я? Да. Съедят тебя, парень. Что ж теперь делать-то? Ой.